Hello, my dear friends! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы вместе с Ником и Сьюзи будем рисовать семейное дерево. Семейное дерево по-английски будет The Family Tree. И нас ждет с вами нелегкая задача и очень трудная работа. Hard work. Нам предстоит с вами сделать семейное дерево Сьюзи и Ника. Вот смотрите, самая главная клеточка – это me, то есть это про вас. Вы можете у нас быть мальчиком, boy, или девочкой. Девочка у нас с вами girl, да? И, соответственно, если вы мальчик, то вы будете сыном, как Ник, son, да? И давайте мы вот так вот, вы нарисуете вот в этой клеточке себя. Если вы мальчик, то вы рисуете мальчика, да, то есть себя рисуете. Но я тоже небольшой художник, но давайте я постараюсь изобразить, я нарисую и девочку, и мальчика. Сначала мы с вами нарисуем круг, это будет лицо, cycle, да. Ну, давайте мы с вами цветные возьмем, пусть у нас круг будет с вами коричневого цвета, brown. Браво. Теперь мы с вами нарисуем глаза. Пусть глаза у Ника будут голубые, да? Eye, one eye, two eye. Нарисуем ему такие реснички обычно черные, да? Black. Глазки голубые, light blue, реснички черные, black. Еще должен быть рот love, да? Нарисуем. И давайте нарисуем ушки. Ну, пусть они тоже будут коричневые, да? Ear, one ear, two ear. И волосики. Hair. Да, вот у нас получился Ник. Похож, не похож, ну, может, не очень. И давайте подпишем Ник. Вы, пожалуйста, тут пишите свое имя, себя вы рисуете вот в этой клеточке. Если вы девочка, да, как Сьюзи, то вы... Да, имя, если не знаете, как по-английски, можете написать по-русски. Мы с вами на уроке все подпишем. Если вы девочка, то вы дочка, да? Daughter, как Сьюзи. Давайте нарисуем Сьюзи, девочку, да? Давайте возьмем тоже, ну, чтобы она у нас веселая была, давайте возьмем оранжевый, orange, да? Значит, мы рисуем также с вами кружочек, cycle. Рисуем... глаза, пусть они будут светло-зеленые, light green. Рисуем реснички черные. Рисуем рот, mouth. Так, улыбку я нарисовала, smile. И давайте ей волосики нарисуем коричневым, brown. Ой, мы еще давайте сделаем ей косички. Вот такие волосы у нее long. Сделаем ей такие красивые бантики розовые. Pink. Да? Мы с вами ушки забыли. Да? Ну, давайте маленькие нарисуем. За козичком не видно. Да? One ear, two ear. И напишем с вами Сьюзи. Вы себя, если не знаете, как по-английски, пишите себя по-русски. Но вообще вы можете, конечно... И написать по-английски, потому что у вас есть карточка, и на карточке написано по-английски ваше имя. Мы с вами рисуем себя вот в этой клеточке. У вас должно быть не два изображения, как у меня, а одно. Либо девочка, либо мальчик. Да? Вы, если вы мальчик, то вы сын, son, мальчик, boy. Если вы девочка, то вы дочка, daughter, девочка, girl. Теперь переходим дальше. Рисуем брата и сестру. Давайте начнем с брата. Сьюзи и Ника мы теперь наверх положим, да? И начинаем мы с вами с брата. Брат у нас будет brother. Вот такой брат. Смотрите, вы можете рисовать просто лицо, а можете рисовать вместе с телом, тело body, как хотите. Я не очень хороший художник, поэтому я нарисую просто лицо.
Лицо я, с вашего позволения, нарисую брату, чтобы у нас с вами веселая была, да, картинка. Я возьму желтый, yellow. Также рисую кружочек, рисую сразу круг cycle, желтым, yellow. One и two, чтобы не забыть, да. Сразу нарисую глазки, пусть глазки у него будут синие, blue. Blue eyes. Нарисуем ему реснички черненькие, black. Ой, знаете, ребят, мы у всех забыли носы нарисовать. Nose. Давайте мы к желтеньким. Nose. 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 Давайте нарисуем улыбку красным. Red. Smile. И чтобы у нас получился мальчик, мы давайте оранжевым цветом, так у нас будет веселый мальчик, нарисуем волосы. Hair. И еще мы, знаете, что вот если смотреть на брата, brother, да, у него есть... What is it? What is it? Это очки. Вот здесь glasses. Ну... Я небольшой художник, но давайте таким вот простым карандашом просто контуры сделаю очков, да? Глазы, да? Кто плохо видит, у того есть очки, чтобы лучше видеть. Ну вот мы с вами справились. Теперь нам нужно написать имя брата. Давайте у нас брата будут звать Тед. Я пишу по-английски. Вы своих братьев, если у вас настоящие братья, то вы пишете настоящее. Имя, если брат выдуманный, придумываете имя и пишите. Если не знаете, как на английском, пишите на русском. Дальше у нас с вами идет сестра. Sister. Вот такая у нас озорная, веселая девчушка. Funny girl. Sister. Давайте мы, чтобы у нас повеселее было, да, возьмем красненький. Нарисуем красным red cycle. Нарисуем ушки. One ear, two ear. Нарисуем ей глазки. Давайте ей глазки сделаем черненьким и с ресничками. Black eyes. С ресничками. Носик мы с вами сделаем orange nose. Сделаем ей улыбочку pink. Такая у нас веселая семейка, да? И нам надо ей нарисовать волосы. Давайте вот посмотрим, как у нее волосы. Если что, я небольшой художник. Не судите меня строго. И сделаем ей вот такие вот хвостики, да? И нарисуем бантики красным цветом. Вот такие у нас с вами бантики. Теперь самое сложное. Надо написать имя сестры. Давайте нашу сестру будут звать Пэм. Если не знаете, как на английском, пишите на русском. Теперь мы с вами рисуем папу. Папа будет father, father, да? Вот такой у нас папа. Давайте возьмем желтый. Желтенький мы нарисуем лицо, face, ушки. One, two. Теперь мы нарисуем глазки. Давайте они у него будут синие, blue. Реснички черным, black. Носик не забыть. Давайте мы его сделаем оранжевым. Такой у нас веселый будет папа. Нарисуем улыбку темно-розовым, dark. Pink. И, конечно же, чтобы он у нас был красивым мужчиной, давайте ему сделаем такие волосы черненькие, black. Вот такой у нас с вами получился папа. Похож? Не похож? The same face, да, по-моему, похож. Теперь нам нужно написать имя папы. Давайте папу назовут Рок. Да? Подпишем имя папы. Если вы не знаете, как по-английски, пишите по-русски. Теперь мы с вами рисуем маму. Мама у нас с вами. Мада, вот такая красивая мама. Давайте возьмем для лица розовый. Pink. Рисуем фейс, кружочек. Ванная, туя. Глазки. Нарисуем мы с вами. Давайте голубые. Light blue. Нарисуем ей красивые длинные черные ресницы. Black, beautiful, long. Носик делаем желтеньким. Yellow nose. И smile, да, улыбочку нарисуем. Вот. А теперь мы давайте, как вот на рисунке, мы нарисуем такую шапочку красненькую, да, красивую. Mom cap, да. И волосики, пусть она у нас с вами будет рыжеволосая, да, оранжевая, orange. Такая у нас красивая мама, мада. Теперь давайте посмотрим, как у нас зовут маму. What is her name? What is her name? Давайте мы ее назовем, нашу маму, Селли.
Вы пишите, как зовут имя вашей мамы, мы его переведем на английский. И осталось у нас самое сложное, это бабушки и дедушки. Вот у папы есть мама и папа, да? Его мама и папа называются grandmother, grandfather. Давайте рисовать дедушку и бабушку. Начнем мы с вами с бабушки, да? Ник, извини, мы тебя на секундочку подвинем. Grandmother, да, вот такая уже дама. Давайте мы возьмем оранжевый, нарисуем ей такое лицо. Сделаем ушки, ванная, туя. Нарисуем сразу nose, носик. Глаза ей сделаем зелеными. Duck. Duck green, big eyes. Сделаем ей красивые длинные brown. Коричневые реснички. Сделаем ей красные. Красную улыбку, такую красивую, да? И сделаем ей волосы. Пусть у нее будут такие коричневые. Красивая такая прическа, да, почти как у нас с вами на рисунке. Ох, какая у нас красивая бабушка получилась. Нашу бабушку с вами, одну из бабушек, зовут Лена, да, по-английски мы с вами напишем Лена. Лена. What is your name? Her name is Лена. What is your name? Her name is Лена. What is his name? His name is Рок. Как его имя? Его зовут Рок. Теперь нарисуем дедушку, папиного папу, да? Grandfather. Вот такой у нас с вами grandfather, да? Такой добрый, kind. Давайте возьмем желтый. Нарисуем желтым лицо, носик, нос желтым, уши, ванна и туя. Глазки нарисуем браун, коричневым, да? Вот такой папа. Реснички сделаем черным, но короткие шот. Такие коротенькие. Вот. А он, видите, у нас с бородой, да? У него даже улыбки не видно. Давайте мы бороду нарисуем, поскольку она таким серым цветом. Мы возьмем простой карандашик, да, и нарисуем вот такую бороду. И вот такие вот волосики. Ну, даже похож, смотрите-ка. What is his name? What is his name? His name is Bill. Давайте напишем his name is Bill. Bill. Вы пишете имя своего дедушки, как он у вас есть, да? Теперь мы смотрим у мамы. Тоже есть родители, есть ее мама. Она для вас бабушка, grandmother. И ее папа для вас это дедушка, grandfather. Ну, давайте нарисуем. Пусть они у нас будут немного похожи, да? Но мы возьмем другие цвета. Давайте возьмем зеленый, dark, green, one ear, two ear, nose, yellow. Глаза мы нарисуем blue, light blue, голубым. Вот такой у нас дедушка веселый получится с ресничками. Ой, дедушка, извините, это же у нас бабушка, бабушка. Вот я, grandmother, тогда и мои длинные реснички сделаем черные. Делаем ей красивую улыбку, смайл, такая красивая бабушка. И давайте ей делаем красивые оранжевые волосы, hair. Вот такая у нас будет с вами бабушка, very beautiful. И как ее будут звать? What is her name? What is her name? Давайте ее назовем София. Her name is София. Вы пишете то имя, как зовут вашу бабушку. И теперь мы рисуем дедушку. Давайте возьмем коричневый браун. Рисуем лицо face, one ear, two ear. Теперь рисуем нос желтеньким nose. Глазки у нас с вами будут dark green, темно-зеленым. Нарисуем ему короткие коричневые реснички, short brown. Улыбку нарисуем, smile. И дедушка у нас, давайте, будет тоже такой с бородой, да, такой красивый. Дедушка. И вот такие у него будут волосики красивые. What is his name? What is his name? Как его зовут? Его зовут Peter. Peter. О, very hard work and very good job, как мы с вами стараемся. Вот, ребята, наше с вами семейное дерево готово. The family tree is ready. Давайте все вместе порадуемся и покажем нашим родителям.